И тут мы увидели целую флотилию маленьких лодок, плывущих в море. Легкие, как бабочки, скользили не по собственному отражению в воде. В лодках, тесно прижавшись друг к другу, молча сидели какие-то серовато-белые существа. Их было очень много, они неотрывно глядели в море. «Хоть и фнаты», — произнес Фредриксон, — «плывут с помощью электричества». «Тифнаты?» — взволнованно прошептал я. «Те, что только и знают плыть да плыть и никогда никуда не приплывают». «Они заряжаются во время грозы», — сказал Фредриксон. «Жгут, как крапива. И еще они ведут порочный образ жизни». «Порочный образ жизни?» — заинтересовавшись, спросил я. «А что это значит?» «Точно не знаю, наверное, топчут чужие огороды и пьют пиво». Мы долго глядели на хатифнаттов, уплывающих навстречу бесконечному горизонту. У меня зародилось странное желание последовать за ними в их тайное путешествие и тоже вести порочный образ жизни. Но я ничего об этом не сказал. «Ну, а завтра мы выйдем в открытое море?» —